Умирай, не умрет герой, мужество останется в веках. Имя прославляй своей борьбой, чтобы оно не молкло на устах. Мой прадедушка Агафонов Алексей Михайлович родился в 1926 году. Поступил на службу в 1943 году. Место призыва – Курская область, Верхний Люблинский район. Награжден медалью за боевые заслуги 23 и 24 апреля в 1945 году. В боях по ликвидации немецких войск на Земландском полуострове проявил мужество и отвагу в условиях артминометного огня противника. Он обеспечил бесперебойную связь между порученными ему точками. 23 апреля под огнем противника он устранил 7 порывов телефонной линии. 24 апреля 5 порывов. Своей самоотверженной работой он во многом способствовал выполнению огневых задач батареи. Был трижды ранен, умер 9 мая в 1997 году в деревне Красавино Курской области.